Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня у нас очередная распаковка очередной посылки с сайта AliExpress. Здесь пассивная акустическая система. Акустические колонки пассивные, короче говоря. Давайте откроем и оценим их. Посылка шла долго, целых 70 дней. Но я думаю, это того стоит. Заявлена у продавца как Hi-Fi система, но диапазон воспроизводимых частот у нее от 45 Гц до 20 тысяч килогерц, до 20 килогерц. Мощность 30 Вт, 850 дБ. Акустическая система 2.0, пассивная. Сверху пенопласт. Продавец положил мне в подарок провода акустические, для акустической системы. Хотя я уже приготовил другие провода. Сейчас попробую с ними. На 2,5 квадрата медный провод. Вот так упакованы. Все, ничего не пострадало. Все в пенопласте. Доставка была бесплатная. Подобные колонки везде намного дороже. Не, ну есть и дешевле, но доставка платная и очень дорогая. Вот нашел я один единственный такой магазин на Алиэкспрессе, где бесплатная доставка, но правда очень долгая. Так, одна колоночка. Вот такой вид у них. Правда, это не дерево, а МДФ. Имеется фазоинвертор с обратной стороны. Так, здесь эта накладочка должна сниматься. Вот так. И вот так, что они себе представляют. Сейчас послушаем звучание. Так, среднечастотный динамик на 2 дюйма. Твиттер. Ой, вернее, на 4 дюйма. Среднечастотный динамик на 4 дюйма. И твиттер на 1,5 дюйма. Так, подключаю вот таким образом. Черный минус. Красный плюс. Отворачиваю. И завожу провода. Это мои самодельные, пока поставлю. Я думаю, самодельные ничем не хуже. Не знаю, видно вам или нет. Здесь вот есть там есть специальное отверстие. Просовываем туда провод в это отверстие. И тогда уже зажимаем клемму. Подсоединяем. Плюс. Таким же образом минус. Первую и вторую колонку. Так. Подключил я, друзья, к этому усилителю. Подключил телефону через Bluetooth, но можно через провода, естественно, через AUX кабель. Я подключился через Bluetooth и включаю. Сейчас у меня на телефоне ютубовская музыка, включаю только ютубовскую музыку. Так, звучание отличное. Я могу сказать, звучание обалденное. Даже басы в норме, можно сказать. Работает все четко. Сейчас поставлю какой-нибудь другой музон, чтобы оценить. Ну то звук чистый. Я не знаю, будет вам слышно через микрофон. Блин. Для квартиры больше и не надо. Я боюсь сделать громче. Но я не знаю, если вы видите, видно, как динамики работают. Я думаю, будет видно.
я вам и посыплю, отвечаю. За такую цену, цена этим колонкам 6000. За такую цену хрен где возьмешь. Еще раз повторюсь, звук отличный, цена этим колонкам 6000. Ссылочку я оставлю на них в описании под видео, может кому-то и понадобится. Не зря я столько ждал. Если у меня колонки помощнее, а S35, S90, которые сейчас они стоят на даче, ну для квартиры они сейчас мало приемлемы. А эти колонки как раз для квартиры. Поверьте, друзья, звучание у них обалденное. Я даже не ожидал такого звучания от этих колонок. Ну, материал МДФ, как я уже сказал. Все-таки что-то ближе к дереву. Вот. И басов, я честно говорю, таких не ожидал. От этих колонок. Цена 6000. Совсем смешная цена. Верхние частоты отличные. Но микрофон не может передать. Микрофон срезает все звучание. Я сейчас послушал, что микрофон телефона, что микрофон петличка, он не передает своего звучания колонок. Не может просто передать. В силу своих технических возможностей. Звук срезается по-любому. А так звучание супер. Сейчас я вот замерю размеры, скажу, какие размеры у этих колонок. Приятно слушать музыку в таких колонках. Так, высота 23,5. Ширина 15. И вот глубина у них 20,5 сантиметра. Ну вот, все зависит тоже. Фаза инвертора имеется с обратной стороны. Вот. Для усиления низких частот звука. Так что рекомендую. Звук супер. Любую музыку можно слушать. И танцевальную, и классическую. Чистый звук. Вот такой. В молодости, друзья, я был заядлым меломаном. В юношестве, в молодости. Поэтому уважаю хороший звук, хорошее звучание. Вот. Есть у меня колонки, как я уже говорил, AS-35, то есть S90, мощные колонки с хорошими басами. Ну, кому нужны басы, можно сюда еще приспособить сабвуфер. Ну, мне кажется, для квартиры вполне достаточно будет и этих колонок. Вот. Есть у меня усилитель, радиотехника, тоже мощный усилитель.
до сих пор все работает. Есть катушечный магнитофон. Да. Вот. И катушки есть еще со старыми записями. Так что звук хороший, я уважаю. И эти колонки тоже мне пришлись по душе, так сказать. Не зря я так долго ждал. Ровно 70 дней шли они. Но все-таки дошли. Кто хочет побыстрее, можно заплатить и за доставку. Там цены бешеные, я посмотрел. 7 тысяч, 5 тысяч, даже до 14 тысяч. Сами колонки могут стоить 3,5 тысячи, а доставка 14. Это тоже никуда не годится. Вот, нашел такие колоночки. Небольшие, но мощные. Звучат отлично. Как я уже сказал, ссылочку я на них оставлю в описании под видео. Может, кому-то и понадобится. Ну, кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад каждому новому подписчику. Всем доброго, до свидания. Удачи вам. Пока.